Но все же как-то развивается. Все развивается. Вот кому-то, например, не нравится Сити, а мне, например, нравится. Я считаю, что это интересно, достаточно уникально. Среди традиционной архитектуры такой советского стиля, сталинского, да, наблюдать стоэтажные здания стеклянные. Это тоже интересно. Пускай будет. Я не против вообще изменений. Я не считаю, что город можно перестроить до неузнаваемости. Наверное, для этого не одна тысяча лет понадобится. Поэтому за нашу с вами бытность мы особой разницы на самом деле не увидим.